1, 2, 3. Люблю. 3, 2, 1. Я. Всем привет! Всем привет! Ребят, мы сегодня хотим снять 24 часа челлендж, снимать видео в лайк с нашими родителями. Мы вас уже спрашивали в лайки, и вам эта идея очень понравилась. Только теперь нужно спросить родителей. Зовем маму. Мама! Мам! Мама, ты будешь сегодня 24 часа снимать с нами влайк? А ты папу спрашивала? Нет, он же ушел. Почему сегодня? Сегодня праздник. Но... Сегодня я хочу. Прям сегодня? Да. И папа тоже. Ну, папа всегда соглашается, так что даже спрашивать не надо. Угу. Прям целый день надо видео снимать? Мы сами, что ли, или с вами? С нами. Сами. Окей. Ну, не знаю, как хотите. Мы уже у ребят спрашивали, они хотят. Ну, конечно. Ребята разве откажутся от такого? Ну, хорошо, в принципе, я не против, если хотите. Прям сейчас, что ли? Ну, я сейчас переоденусь. Хорошо. Я волосы посушу, пока тогда. Хорошо. Раз сегодня день мамы, мы снимем клип на эту музыку. Почему камера такая? Потому что я фильтр Первое видео готово. Это... Ребят, чтобы полностью посмотреть это видео, ссылочку девочки оставят в описании на лайк. Здесь мы не будем полностью показывать, чтобы нам, если что, не заблокировали, потому что мелодия может быть запрещена на YouTube. Все, загружаем первое видео. Пост. Готово! Ну что, снимать будем? Давай. Сейчас! Я тебя уже жду сколько, Маргош. Пойдем снимать уже. Сегодня, между прочим, 24 часа снимаем. Мам, я еще сериал смотрю. Я хочу выиграть в конкурсе. Ты уже написала ответы? Нет, еще нет. Я тогда написала ответы на нашем влоговом канале. Я уже почитала, но я не знаю, если это правильно или нет. Вот были часы, вот тут у меня. Тут часы. Один. Я готова. Ребят, можете вы мне помочь? Пожалуйста. Можете посчитать, сколько было часов и у кого. Найдите мой комментарий под этим видео. И скажите мне, правильно ли я почитала или нет. Что-то я сомневаюсь. Я все равно буду пытаться выигрывать. Я оставлю вам на это видео ссылочку в описании. Кстати, если вы еще не смотрите сериалити, то тогда я вам советую посмотреть все эти серии. Они очень затягивают. Если бы они бы выходили бы каждый день, то тогда бы я их всех пересмотрела бы. И я бы не вылазила бы с телефона. Ребят, я нашла одну песню для папы. Я... Люблю. Люблю. Папу. Мама. Ну, это не совсем песня, но это такой звук, да?
Да. Давай папу звать. Папа как раз пришел. Папа! Давай сделаем из тебя лялечку. Надо же как-то образ детский сделать, да? Резиночки есть? Резиночки, давай хвостики сделаем. Ксюша с резиночками. Да, давай Ксения. Давай Ксюша сделает видео. Ты как раз с хвостиками, нам нужно вот на эту музыку. На вот этот звук, смотри. Я. Давай, ты будешь снимать на телефон, а я буду здесь так вот со стороны на камеру снимать. Я. У нас где-то соска была. Нашла? Все. Ты как раз у нас похожа на лялечку. Свет может включить эту тень? Папа. Какая лялечка у нас. Мам, папа. Uno, dos, tres. Я. Я. Uno, dos, tres. Люблю. Люблю. Давай. Люблю. Uno, dos, tres. Папу. Раз, два, три. Мама. Все. Я. Люблю. Люблю. Папу. Мама. Следующее видео мы будем снимать на песню «Я родила себе дочь, я родила себе сына», так что папа нам тоже пригодится. Я. Да. Так, а как, кто будет снимать-то? Маргарита будет. А, сейчас папа будет снимать, нужно мне камеру поставить. Дочь, а потом, когда будет сына... Нет, я хочу три девочки, у меня же четверо деток. Я родила себе три дочки, а не дочь, если что. Я хочу всех троих со мной рядом, потом и Макс один, да. В чем прикол-то? У меня же не одна дочка, а три дочки. Три, дос, уно, я. И сейчас сыночек мой, сыночек. Макси. Два, один, давай. Я говорю. Уно. Один. Начали. Два. Один. Начали. Один. Начали. Три. Два. Один. Да, ребята, мы сняли, это так смешно. Да, можно, это так смешно получилось вообще. В общем, посмотрите в лайки. Макс поймал. У вас есть? Так ты-то не на роликах, а не на роликах. Макс, ты нет, раз. Я тоже на дорогу. Будем снимать видео. Да. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, два, раз, три. Так, мы тут собираемся видео снимать. Я не знаю, как поставить камеру, чтобы она не упала. А, тут бутылка. Так, вот так видно? Все?
сняли. Не очень, но сняли. Ну, ну да. Без тренировки. Да? Сняли без тренировки. Все, мы идем домой, да? Мам! Папа! Давай снимем еще одно видео. Давай! Мне понравилось, я прям свою страничку открою. Ребят, хотите, чтобы я страничку открыла? Только у меня времени нет. Мы уже начали снимать. 3-4. А, да, теперь точно, мы же забыли, Ксения. Мы снимаем, главное, да. Это. Так, теперь Ксюша. Да, ты снимай. Да. Так, подожди. А ты 4-5 сделаешь? Или мы все вместе 4-5? Да. Нет! Давай вместе все. Давай. Учили с Маргаритой танец. Ксюша не захотела. Ну давай с нами. Ча-ча. Давай. Ча-ча-ча. Ну так. Не влази, им надо было подальше. Ну ладно, пускай так будет. Сколько мы сегодня видео сняли? Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Папа хочет латино-американский танец танцевать. У нас только современные. У нас только латино-эзи, у нас только современные песни. Надо найти что-нибудь такое для папы. Так, все, готовы? Мы нашли песенку для наших ребят. Так, я включаю. Вольта. Таура. Пойдет. Ну что, на сегодня заканчивается наш день. Надеемся, вам понравилось это видео. То если это так, то ставьте лайки. А также ставьте лайк нашим родителям. И подписывайтесь на наш лайк. Ссылка в описании. На сегодня все. Всем пока. Пока-пока.